Природа подарувала нам чимало рослин з безлічю корисних властивостей, зважаючи на які людина може використовувати представників флори не тільки в кулінарії, але й в медицині, косметології. Відомо, що більшість трав можна застосовувати не тільки як приправи для додання особливого смаку, приготування продукту або чаю, але й в інших цілях. От, наприклад, однією з цікавих властивостей м'яти можна вважати здатність знімати спазми. Річ в тому, що м'ята розслаблює м'язи, завдяки чому і відбувається поліпшення самопочуття. Детальніше про корисні властивості трав нам розповість лікар народної і нетрадиційної медицини Київського міського центру здоров'я Євген Сонішев. Він вже у нашій студії. Добрий ранок. Доброго вам ранку. І, пане Євгене, традиційно перше запитання. Коли ж розпочинається сезон, коли можна починати збирати трави? Від і до. Ну, с Нового года вообще можно начинать собирать травы. Але не знайдете их, я так не, ну почему? Не, травы вокруг. То есть даже те же самые почки сосны, ту же амилу, те же почки тополя, это как раз время сбора. Поэтому тут нет, у природы нет плохой погоды, всегда можно собирать эти травы. А как, власне, от правильно обрати місце сбору трав? Тобто есть какие-то певні правила для этого? Да, конечно, это должно быть чистое место, как можно дальше от дорог, от химических предприятий, от каких-то химических выбросов, ну и желательно поближе к своему дому. Ну, я бы даже вот сейчас, беседуя о каких-то травах чаевых, я бы рекомендовал даже не выходя со своего подвирья, как то кажуть, не выходя из своей садовой делянки, то есть можно собирать эти травы, то есть все находится вокруг вас. Что мы можем найти у нас на садовой делянке? Ну, мы очень многие выращивают и малину, и смородину. Ну, мы обычно любим ягодки. Но на самом деле очень, очень серьезные полезные свойства, ну, той же смородины, обладают лист. Ну, нужно сказать, что мы знаем, что смородина – это большое кладовое витамина С. На самом деле даже лист смородины тоже обладает подобным действием, и там большое количество витамина С. То же самое и в самой малине. А что можно, например, из этих ягод, которые вы уже назвали, листков этих ягод сделать для себя какой-то препарат, возможно, или лікувальний засіб, или косметологический? Вы можете, вот все, о чем вы сказали, вы можете использовать. Даже те травы, которые вы уже заварили, вы можете повторно заваривать и использовать в качестве косметологии. Ну, я рекомендую даже вот те травы, которые вы, ну, даже скашиваете, если вы, ну, нормально их просушиваете, вы можете делать даже оздоровительные ванны. Если вы, то есть просто запариваете, ну, в большом каком-то объеме, и если принимаете какую-то ванну, ну, на садовом участке, то используете эти травы для наружных каких-то или ванн, или обмываний, или мытья головы. Но нужно сказать, что для головы подходят очень многие средства. Даже вот мы говорим о нашем садовом участке, даже вот взять мой любимый, например, грецкий орех. Он очень хорошо и восстанавливает, укрепляет волосы и цвет. Ну, то есть у него действие очень-очень хорошее. Ну, я даже не говорю о сорняках, которые, как правило, мы выбрасываем. Ну, даже вот, казалось бы, да, мы боремся, используем какие-то гербициды, что я настоятельно не рекомендую использовать на своем участке. Даже если вы, например, пырей выбираете, то не выбрасывайте его, сушите, заваривайте, он будет нормализовать пищеварение, то есть снижать холестерин, скажем, лечить атеросклероз. Вот, вот таким вот образом. То есть даже, казалось бы, когда мы собираем морковку, то вот ту ботву, которую, ну, выбрасываем, ее тоже можно использовать в дело именно для чаев, для наружного использования. Вы можете из этих же трав делать отвар, разливать по формочкам, замораживать в холодильнике и потом использовать как освежающее для лица. Это делается, как правило, из ромашки, но на самом деле можно из вот вышеперечисленных, из смородины, из малины, листов, конечно, делать. Ну вот касаемо, например, лист малины, вот есть здесь некоторые, чаи я показываю, вот я люблю малину очень мелко измельчить. Дело в том, что, ну, как бы не нативный лист, а измельченный, он дает очень такой характерный цвет.
И, как правило, вот мы любим свежезаваренный чай. То есть обычно там черный, зеленый, там через 15 минут, то есть это уже не чай считается. В отношении лекарственных растений, то есть или просто садовых растений, чем дольше растение стоит, тем оно, скажем, лучше настаивается. Ну, можете посмотреть, например, те же травы, но на следующий день вы увидите, что чай приобретает какой-то совершенно другой оттенок. То есть первые минуты это будет желтого цвета, а на следующий день это будет уже красноватого. Ну, я проводил такие эксперименты, что чай, например, ну, обычно, как моя бабушка делала, то есть она этот чай все время добавляла новые травы, доливала воды и опять ставила, доводила до кипения, и происходило очень глубокое настаивание. Чаїнки не вспливають подивитися на того жадіну, який заварює їх не один раз, а вже більше 10. Ну, понимаете, дело в том, что тут не совсем, ну, как бы так было бы корректно о том, что жадина. Это мы используем, очень экономно используем природные ресурсы, потому что, например, в первые часы, первые минуты выходят очень легкие вещества, а, например, на третьи сутки выходят уже тяжелые вещества, то есть те, которые дают дубильные вещества, которые дают очень темный цвет. Ну, вот, например, я часто своим пациентам рассказываю, как заваривать шиповник. И вот, например, первую фракцию, ну, плоды шиповника завариваются просто холодной водой, заливаются. Стоит ночь, и как во время приема, то есть мы видим легко соломенный цвет, кислый привкус, витамин С. Потом мы этот же самый шиповник заливаем в термос на ночь, уже получаются флавоноиды, иридоиды, уже получается, ну, темный цвет. А на третий день мы этот же шиповник заливаем, ну, водой и уже кипятим в течение 20 минут, и у нас получается тяжелый, такой темно-коричневая жидкость, такая она тягучая. Это уже вот тяжелые такие вещества. Поэтому, что касаемо трав, то есть в разные периоды вы получите совершенно в зависимости от того, сколько настаивать. Давайте трохи розкажемо про те, як саме зібрані трави правильно висушити для того, щоб вони були корисними. Ну, конечно, это прежде всего не на солнце, должно быть теплое место и обязательно проветриваемое. То есть тепло, ветер, ну, скажем, вентиляция воздуха, ну, как правило, это на чердаке. То есть чердачные помещения, поскольку там под крышей, то есть создается очень, особенно сейчас, высокая температура, то есть вы можете травы или связать в пучки, подвесив их там на каким-то оборудованным образом, или оборудовав специальные настилы, то есть на какой-то бумаге вы простилаете, вот таким вот образом высушиваете. А сколько взагалі от часу потрібно висушувати їх? І от який термін взагалі продати? В зависимости от температуры воздуха. То есть иногда вам достаточно при хорошей температуре можно за сутки высушить. Иногда в зависимости какие травы. Некоторые травы, например, ромашка, там она может даже сушиться и 2 недели. В зависимости от того, какая вентиляция, насколько тонким слоем вы положили. То есть все зависит от, скажем, условий. А вот уже в высушенных травах есть какой-то определенный термин придатности? От сколько они будут сохраняться? От 1 года до 3 лет. Угу. Ну, на самом деле, я использую даже те травы, которые уже прошли термин использования, но только для наружного использования. То есть я даю своим пациентам для того, чтобы они заваривали и принимали или ванны, или какие-то обмывания. И были даже случаи, ну, когда помогало именно, я видел эффект именно только на ваннах, на травяных. Що стосується, я знаю, є такі люди, які беруть трави, складають їх у баночки і зберігають у холодильниках, щоб не було там, не заводились ніякі жучки. Наскільки це правильно і чи впливає це на корисні якості? Ну, холодильник, не знаю, это уже, наверное, слишком. То есть достаточно прохладного и сухого и темного места. То есть таким вот образом. Как правило, жучки заводятся, очень любят календулу. Ну, могу сказать, что или моль, или жучки, конечно, они заводятся очень быстро. А вот, если, например, потрібно сделать свой чай от
застуди, от, наприклад, які можливо зібрати сукупність трав, які б допомогли і зробили такі от певні ефекти, щоб застуда, в принципі, пройшла? Ну, понимаете, смотря в какой период простуды. То есть, если мы говорим о профилактике, это, например, тот же самый листья и смородины. То есть, это хороший продукт для детей, для профилактики. Если уже первые часы простуды, как правило, я использую методику детоксикации, то есть удаление шлаков в первые часы простуды. То есть с этой целью я использую крапиву, зверобой, череду. Это первые часы. Если уже появилась температура, то в этот период как раз калина, малина, ну калина имеется в виду плоды, ягоды, малина тоже ягоды и липа. И бузина, то есть это вот четыре. Это, в принципе, природные вещества, которые содержат салицилаты, которые способствуют снижению температуры. Если уже, проходит какой-то период, то есть мы видим, что уже пошел кашель, там, уже какие-то другие вещи, тут уже индивидуально, более... Да. Що ж, ми дякуємо вам, що завітали до нас сьогодні у студію. Будемо чекати на вас іще. Я сподіваюся, що всі ваші поради, обов'язково до всіх ваших порад дослухаються наші телеглядачі і запам'ятають на собі стосовно трав і будуть теж робити свої власні і чаї, і заварювати певні такі от сушити трави і робити певні речі. Тож ми дякуємо, що до нас завітав сьогодні у студію лікар народної нетрадиційної медицини Київського міського центру здоров'я Євген Сонячев. І ми говорили про те, як правильно збирати та, власне, зберігати сировину для трав'яних чаїв.